Всем привет, друзья, с вами Феопотик. Ну а в этом ролике мы откроем 15 легендарных стардропов. Итак, я уже создал новый аккаунт. На нем всего лишь 10 кубков, а легендарные стардропы мне уже выдали. Посмотрите, здесь есть только Шелли. Интересно, что же мне выпадет? Так, откроем тут стардроп. Что же мне выпадет? Надеюсь, легендарный. И нет, редкий. 25 очков силы. И начнем открывать. Так, какой же открыть? Открою первый. Так, надеюсь, мне выпадет легендарный бравлер. Это будет просто эпично. Ставим все лайки, чтобы мне выпала легендарка. Давайте, даю вам 3 секунды. 1, 2, 3. И это гиперзаряд на Шелли. Ну, в принципе, она у меня не прокачана, но тоже хорошо. Теперь откроем 4-й. Что же выпадет отсюда? И это скин на Шелли, ПСЖ Шелли. Ну, тоже неплохо, но скин сам мне не нравится. Что же выпадет из этого стардропа? О, боец! А вот это уже классно. Хотя бы не монеты. И осталось 2 стардропа. Открываем этот. Что тут? О, еще и скин на стул. Вот это прикольно. Он вроде бы стоит 80 гемов. О, почему у меня еще 2? А, все. 1 стардроп остался. Последний стардроп. Пожалуйста, боец. И монеты. Ну, в принципе, 1 боец выпал. Еще и джекпот. Ну, возможно, я даже буду играть на этом аккаунте. Но сомневаюсь. Но скин классный. Можно даже прокачать стул. Опять мне объясняют, что такое гаджеты. Да знаю я, что это такое. Ладно, переходим на следующий аккаунт. Итак, вот наш следующий аккаунт. На нем аж 1000 кубков. На нем я уже играю давно. Тут есть 3 мифика. И в принципе, я его хочу прокачивать. Поэтому 5 легендарных стардропов для этого аккаунта будет очень даже хорошо. Надеюсь выбить какой-нибудь скин. О! У меня есть Коала Нита, но скинчик мне нравится, очень красивый, я его... А, он мне выпал из стардропов, но я хочу себе Тенгу Майка, хотя бы тут, а еще лучше на основу. Итак, какой откроем? Давайте откроем 3-й. Да, его откроем. Фу, хоть бы боец новый, пожалуйста. И пассивка. Ну, это уже хорошо, тем более пассивка хорошая. Ну, скорее всего, как начнем, так и закончим. Я уверен, что в конце нам будет пассивка. Еще одна пассивка на Шелли. Она у меня фулл прокачанная будет. Давайте еще и гиперзаряд на нее. Ладно. Отсюда что же выпадет? И... Что это? Новый боец! Просто уже второй боец за ролик. Мэнди. Ну, Мэнди мне, конечно, не так нравится, но классный боец. Уже повезло, что она выпала. Это будет полезно, опять же, для прокачки аккаунта. У нас остается 2 стардропа. Срочно ставим все лайки, чтобы мне выпал легендарный боец. Давайте. 1, 2, 3. И это гиперзаряд на Динамайка. Ну, слушайте, тоже хорошо. И последний легендарный стардроп. Что же это? Еще один боец! Пока что это самый везучий аккаунт, потому что 2 эпических бойца. Это очень хорошо. Слушайте, у меня уже есть 20 бойцов. Переходим на следующий аккаунт, а точнее на мою основу. А вот и моя основа. Мой любимый боец, конечно же, Динамайк. У меня на нем есть куча скинов, но я мечтаю о скине Тенгу Майк. У меня 76 бойцов. Недавно открыл только вот этого Драко, и мне не хватает Ворона, Мэг, Корделиуса и Кита. Вот главное, чтобы мне этот скин не выпал, потому что он самый бесполезный. Ладно, открываем первый. Надеюсь, боец. Закрою глаза. Так, что же там выпало? Кредиты! 500 кредитов, это нормально. Так, уже хорошо начали. Так... У меня как раз идет на разблокировке Ворон. Так, давайте откроем следующий стардроп. Надеюсь, что выпадет боец.
Опять закрываю глаза. Что там? Я слышу, что-то крутится. Это Вольт, это скин на Вольта. Вау, я давно такой скин хотел. Это один из самых классных скинов на Вольта. Следующий. Что там? О, пиротехник Спайк. Это тоже хороший, правда, у меня уже есть Лорд Спайк, и он мне больше нравится, потому что в нем есть озвучка. Так, предпоследний стардроп. Что тут? Да ладно! Еще один скин. Бургер Лу. Это прикольно. Мне кажется, это самый везучий аккаунт. Еще и пинчик дали классный. Так, последний стардроп. Что тут? Что? Еще один скин. Диджей Фрэнк на одной волне. Он тоже очень классный. Слушайте, ну мне нравится. На халяву выбери просто 4 или 5 скинов. Это классно. Ну а всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Всем пока!